Ребят, всем привет, сегодня продолжаем играть в третью часть Outlast. Ждем, пока цей клоун выйдется. Будем что-то делать, наверное. Приходь, дядя. Я думаю, толк успешного допроса. Задающий вопросы должен быть выносливее. Отвечаю еще. По-любому це він винен, Клайд Перрі, директор of historical refinement. Ага. Тобто він був колись. Дивіться, перевіряйте, я зараз заходжу сюди, його тут не буде, він зараз появиться зі спини. Короче, у мене задача пише, що треба спуститися в підвал і запустити генератор заново, щоб появилося електричество. Зараз будемо це робити, мабуть, блін. Будемо какати ще більше. Блядь, зараз щось буде, народ, тут чо. Хто там? Хто? Хто там? Живу! Я не боюсь смерти. Я вообще ничего не боюсь. Больше не боюсь. Так, це походу перший, це у нас електро... Да, на все успіло. А, я, сука, так і знав, так і знав, нах. Блядь! Ё, твою мать!
нахуй, нахуй, нахуй! И что мне сейчас делать, блядь? Выходит, что набивали, да? Блядь, я скажу. Ну давай попробуем. Если умру, то выбачай. Сука, треба... Блядь! Блядь! Нет тут нифига! Я ебу тут страшно, ебят! Отвечай, зараз він буде нас.
пизду! Я би бився з ним, просто тут не можна битись, треба ховатись, пише в цій грі, блядь. Ну дивись, блядь, я сейчас выйду, він сейчас до тут, а? Де вони? Сука! Мені пізда, ребята, блядь! Фу, блядь. Це пиздец, блядь. Бля, ебать, серия, наверное, долго не сдам. В чем прикол, что они дуже быстро въебывают звідси. Наверное, призрак, блядь. Хуй, блядь. И они не дают подойти, блядь. Вот я опять сейчас піду, воно мене, сука, застане, блядь. Воно ходить там, де треба, блядь, мені бути. Воно дивиться, типа, де активировано, туди йде, да? А їх тут двоє, ребят. Пизду. Куди ховатись, блядь? Ой! І походу до мене йде. Ну чесно, стрьомно підійти, він страшно не вбіде.
Если музыка, типа, это подсказка, что инглиш. Нет. Я назад пришел, блядь. Короче, у него цикличность рухів, тому ось він має зараз бути, тоді можна дійти. Той не де, чуєте? Пасажира знайшли, блядь. От, тут треба, щоб він з'їбався. Тепер вилазимо нахуй. Нахуй, нахуй, йопі, нахуй. Він зараз по-любому прийде, нахуй, їм знайде, блядь. Одвічаю. Іде, іде, блядь. Нифига.
Блять, он пришел, да? Лишилося запустити, коротше, цю херню, речак той, йди сюди. Фу, блядь, такой хватит игры нахуй, чтоб... А мне ж треба найти генератор, блядь. Я тупий нахуй, дивіться. Я так і знав, що ці хуй до тут. Блядь! Пизда нахуй! Чека! Блядь! Стой! Я твою мать ебал, я всех вот и хайна! Что, наверное, закинчим сегодня, чи нет, блядь? Я понял, как в него текать, все, ебал. Ему пиздец. Бой! Thank you.
нахуй, нахуй, нахуй. Бля, щит двери закрыт. Я так и знал, блядь! О, пизда, нахуй, все. Все финиш. Прости, мой сын. Я не хотел с тобой так поступить. Но тебе пока нельзя уходить. Ты еще много чего не увидишь. То, например, блядь, девушку, да? Узришь ли ты? Сможешь ли? Истина владыки нашего Валеридора врывается в неверующих. Лишь истина выведет тебя отсюда. Яви свою сущую правду, и все двери откроются перед тобой. Все, народ, все пиздец. Наверное, в следующей серии закинчим. Все, всем спасибо, всем пока. За вам был Барбаруду. Барбарумей.